Добрый день, друзья, рад всех видеть и рад приветствовать вас на очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Прежде всего хочу, как председательствующий, начать со слов благодарности Дмитрию Анатольевичу для, по поводу хорошей организации. Его государственным членом, с одной стороны, и Республики Сербия Анна Барнатич. По итогам заседания, наряду с решениями нашей пятерки,